живет Оля. Я была в йоги-туре с Сережей. Это незабываемые впечатления. Если вы поедете с Сережей в йога-тур, запомните, вам никогда не придется скучать. У Сергея совершенно уникальная программа, где мы только не были. Мы объехали весь Шри-Ланка, весь, просто все объехали. Кого мы только не видели. Слонов мы видели, крокодилов мы видели, попугаев мы видели, варанов мы видели, обезьян, бурундуков кормили. В горах мы были, на море мы были. В храмах мы были, где мы только не были. А йога была? Йога! Вы знаете, столько впечатлений. Да, йога была обязательно каждое утро. Мы вставали, начинали с йоги, медитации. У Сергея каждый день новая йога. Вот что-то новенькое объясняет постоянно. Ты учишься, глотаешь. Вот просто вот все то, что говорит, впитываешь как губка, наслаждаешься. Я думаю, что другого йога-тура с другим человеком вы не прочувствуете так классно, как мы. Все, спасибо, Оля. Улыбаемся, как обычно. Ну, видео просто, как обычно.